Всем привет, с вами Брейн. Всем привет, всем привет. Welcome. Всем привет. Он даже хрен, короче, с этого стенда тоже нам сказал. Welcome. Добро пожаловать, великолепный четвёртый. Ребят. Так, тихо, убери коробку, она мне не надо. О, сработало. Эта штука отвлекает, она мне так, не нравится. Подождите, явно. Парни, я пока тут это, мы станем пофапаем. О, да, детка. И? Мы с дедули, отойдем? Мы с дедули отойдем. Подойдем. На черную бьемся. Ой, что это? Вы видели это? Нет, я подлетел. Что, уличная магия у тебя, да? Да. Уличная магия Дэвида Блейна. Фига себе. Ладно, мы вроде бы как должны идти, да, по идее? Да, поехали. Стой, фокус. Дела не ждут, как говорит. А, все, пойдемте. А если кто вдруг не понял, мы играем, как там эта игрушка называется? Синерджи, да. Мы играем, опять же, великолепной четверкой, та, которая была в лесу. А сейчас мы будем проходить Half-Life 2, потом начнем два эпизода. Поэтому усаживайтесь поудобнее, я думаю, что это будет очень, очень круто и очень весело. Мочим! Мочим его, мочим! Пофиг на себя! Чего же? Иди сюда. Вы разбирайтесь, я тут, короче, газировку. Тихо. Не надо чёрный. Братишка, тебе попить принес. Тихо. Я застрял, кажется. Проходи. Братишка, чёрный братишка, иди сюда. Чёрный братишка. Я тебе попить принес, лови. Почему Брейн должен играть за чёрного? Это какая-то расовая дискриминация. Так, отдайте мой саквояж, пожалуйста. А стоп. Это что? Вообще какая-то коробка в руках. Ничего. А где третий? А, вот третий. Все, погнали, короче. Побежали. Вперед, бригада, ёп. Братишка! Стойте! Я тебе покушать принес. Я тоже. Судя по его лицу. Зачем вы деда загнали жрачкой? Ребята, кто-нибудь пиво? Как она разбилась, хорошо. Ребята, пиво кто? Эй, кто погубил пиво? Этого достаточно, он говорит. Ребята, что погубил? Перед. Так, еще выпей. Биомод, давай-ка чокнемся. Наверное, ему холод? Или что он так скрючился? Давай. Так, парни, давайте, я тут... Ой, он отбил твою бутылку. Короче, я консервной банкой буду чокнуться. Я буду не знать. Супер, банкой вам в щи. Какие-то у них у всех лица печальные. Да, ребята, на дворе 2012 год. Радуюсь. О, парни, смотрите, я брата нашел своего. Зафоткайте нас. Вот, а вы так похожи, слушайте, дайте я даже за скрин. Сделайте фотку. Они нашли друг друга. Куда ты лезешь, Биомод? Опа. Мне кажется, что люди, которые нас смотрят, скажут, ё-моё, чем они занимались больше часа? Накурили. Походу, гашиш дешевый. Что они употребляли перед началом записи? Мне кажется, Биомод, или ты умеешь летать, как Дэвид Блейн, да? Мне кажется, или кто-то скамейку. А ну, чечёточку, отбей чечёточку. Опа. Нигер, тебе к телефону, на. Всё. Получай. Ладно, ребят, пожинали. Пожинали. Вперёд, мужики, побежали. Пожинали. Не надо в меня кидать молоком. Не надо. Движемся. На тебе. Потихонечку. Эй, а почему я не нас так? Походу, дело проблемы. Скачи свой багаж. Зачем? Сударь, за вами бегу. Ты что меня-то? Я вообще не при делах, отстань. Ау! Сударь, вас хотят дать. Слушай. Вот это вот несправедливо. Все, парни, до свидания, короче, мы пошли. Так ладно, мы тоже идем. Да, прощайте. Черт, здесь кажется, Бибера пытают, посмотрите. Ты че вылупился, петушок? Круто. Ладно, не кипишуйте, главное не застрять, короче. А сейчас сам опять не слипнулся. Да. Ну, очень обидно. Так, ну я снова занимаю свою верхнюю шконку. Так, стоп. Все, прошли по крови. А почему здесь кровь, слушайте? Это похоже на то, что стоматологический скрип. Это кабинет гинеколога, явно. Да, исследование было очень тщательно. Зачем ты ведро взял? Неужто ты на голову хочешь его одеть? Я буду кровь собирать. Давай, убирай. Ай, блядь. Вот нам пони здесь не хватало еще, да? Давайте на фоне пони. На фоне пони, короче. Вот пони. Давайте, я черный под пони. Отлично. Все, пацан, есть что? Есть что. А, вот пони, я его даже не заметил. Давай сюда, цыпочка. Садись на коленку. Фоткай, вот тоже пони просто сверху. Фоткайте, парни. Ребята, у меня улыбка похожа на ту. Отличная фотография. Замечательно. О, ребята, будет что вспомнить. Все.
Все, сфоткались пони, не зря жизнь прожили. Да-да-да. Теперь можно и стульями покидаться. Тихо-тихо, стульями не надо. Кидайте стулья. Бардак развели собаки! Ой, Тэша, извини. Так, походу, если что, я не с вами, короче. Если что, у меня стул, я буду им... Я не побоюсь им воспользоваться. Я сяду на место пациента. Так, слоупоки, для нас дверь открыли, побежали. Все, да, пойти. Кстати, по очереди, по очереди. По очереди, да, можно застрять просто. Надо, мы можем застрять друг. Хрена ты собаке по весне. Положил этот ящик огромный. Так, ну сейчас, сударь, вы отгребаете. Что это можно? Так, Глеб не должен подняться, мы ему тут забаррикадируем, да? Давайте уходим. То есть выкидываем все. А, так надо подняться. Ну, дайте подняться, черный должен подняться первый. О, господи, это что? Я покоритель стихий, так, давайте. Вершин, блин, горных. Это майнкрафтище, по ходу дела, да? Оконные гопки. Так, тихо. Так, вот, я готов. Дедуля! Дедуля, я жду тебя, иди сюда, мой. Дедулька с радикулитом не поднимется. Давайте уже. Короче. Ну, прыгай. Давай. О, я пошел. Тихо. Дядюшка Брейн должен прыгать. Ловлю. О, блядь. Упало. Поймал. Я никак не ловил. О, здесь бухло из пацки. Это давайте выпьем. Кирпичи. За твое здоровье. Да. Не чокаясь. Пацаны, смотрите. Так, смерть на уровне. Ехали. Сервер меняет это... уровень, походу, да? Неужели первый? Да, с вами, конечно, забавно. Собрались давайте. Так, а как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Надо было выпить за то, что мы собрались. А где вы были, когда должны были выпить, а? Я не знаю, где вы бегали. Так. Я пытался бутылку подобрать. Значит, с нами две тёлки, чёрный и дед. Отличная парня команда. Прекрасная компания. Ребята, ну чудная команда. Ладно, побежали, я буду вас вести, короче. Пойдём. Вперёд, мужики, побежали. Так, ребята, этим я займусь! Да я его хочу! Ты кто такой? Аккуратно, дайте все по очереди кинем его. Тихо, подождите, давайте вместе возьмём. Прекрати, он меня ударил. Короче, ребята, получилось как всегда. Так, чем можно? Сейчас мы что-нибудь придумаем. Ребят, бежать его, власть. Ты любишь пони, получай, ублюдок. Так, я пошел. Так. А как пролезть-то через него? Опа! Тихо, черт. А что, надо через него пролезть, что ли? Похоже, тихо пролез. Олега таким... Олега по жопе. Ну это, я же говорю, расовая дискриминация. Так, я люблю стоять в очереди. Вы как хотите, я, короче, в очереди буду стоять. Здесь очень классно. Ребята, интересная очередь на что? Я не знаю. Ребята, тут бухло халявно идем. Может быть, это очередь на химическую кастрацию. Слышишь, баба, пошел отсюда. Какая-то тёлка, короче, пытается впереди меня пройти. Занимал, уйди. Выкинь ее. Это моя очередь. Опять что? Мини власть. Только спросить, подождите, сейчас я. Короче, ребята, ладно, ладно, пошли, короче. Все, движем за шутками. Да у ящик. О, ящик мой, короче. Блин, что такое? Не бережете его. Это же мой ящик. И меня ударил, конечно. О, парни, походу мы в цивилизацию пришли. Вот оно, наконец-то. Цивилизация. Наконец-то. Смотрите, где тут вторая женщина? Я предлагаю идти, короче, грабить магазины и ебать гусей. Нет, мы с женщиной идем как сейчас. Глеб, иди сюда. У нас тут есть твое развлечение. Кафе Балтик. Балтика девяточка. Смотрите вот сюда вот. Балтика, да, девяточка. Так, это что такое? Почему сюда нельзя пройти? Найти? Походу, к тебе робот пристает. Фейс у него. А нет, меня. Что он там следит? Он хочет тебя. Так. Куда бежать? Идемте. Я понял, какой проход. Слышишь, уважаемый, как здесь пройти? Подскажите, пожалуйста. Не бей меня, пожалуйста. Как пройти в библиотеку за хлебом? Походу, Глеба отфигачил. Анально покарал. Так, куда бежать? Куда сюда идем. Наверное, сюда. Я что-то не помню того момента. Так. Дружище. Все угоним. Точило угоним. О, какой, смотрите, красавец. Так, может, тут, короче, двое, смотрите. Нас четверо, а их двое. Я предлагаю, я беру на себя этого. Один спрятался, это гопники. Мой его нафиг. Балаган какой-то развели, тут понимаешь. Бежит. Он съел Давина за мной. Балаган развели, тут понимаешь.
А вы что, упоротые, что ли? Он думает. Эй, ребята, смотрите, я на вас смотрю свыше. Тачка, короче, крутая. Выше? Такая. Олег! Да-да-да, я вижу. Люди! Так, я поднимаюсь, короче. Нет, никто не под... Че, куда бежать? Стойте, стойте. Да! Так, нам сюда, да? Нет? А, да, все правильно. Опять как всегда стою, подождите. Куда? А нафига мы подним... А, все, я понял. Нормально, да? Смотрите, там, походу, допрашивают кого-то. Ой-ой-ой. Давайте его поможем. Are you fucking kidding me, да? О, смотри, как он ножки подогнул. Ребят, вы собираетесь, я тут смотрю это. Хорошо. Давайте ящиком, на себе, ублюдок. Коробка провалилась. Смотрите, он в текстурку вошел. Текстурка говно. Он вошел в текстурку, да? Че ты машешь все время здесь? Думаешь, если я черный, можно махать, да? Можно. А я сзади к тебе подошел. Ау! Что они творили, а? Ребята, вы не умеете разговаривать деда, с людьми. Реально, фигач деда, стариканов бей. Да? Ребят, смотрите, как надо разговаривать с людьми. Привет, Киржаков. Ой, парни, а мы что, в Half-Life играем? Парни, это что, Half-Life, да? Смотрите, какие упоротые стоят. Как Бивис и Батхит прям. Я между ними стану. Прям победу понятно, что они сидят. Кто мой горшок разбил? Кто-то мне в щи его зарядил. Мой горшок. О, крылатые качи. О, куколка. Все, пацки, у меня есть куколка. Смотри, у нее там есть что-то между ног? Зацени. Я хочу. Ну-ка, давай, крутитесь. О, Нолик. Нету. Нолик. Ну, можно будет. Нолик. Ребята? Ямут, иди сюда, я тебе в щи куклы заряжу. На. Нет, отдай куклу. На, забирай, короче. Где она? Вон он сзади тебя. А, все вижу. Как ты его скрутил? Тихо, парни, аккуратно. Да, стоп, как запрыгнуть-то? Вы делайте, что хотите, я на горочке, короче. О, все, я понесу. Да, детка, только хардкор. Так, скосить за горочки тоже отличная идея, кстати. Ладно, а то еще блеванете ненароком. Он тебя отфигачил. Давай. Ладно, погнали. Движемся дальше. Так, тут какая-то дверь. А, смена уровня опять-таки. Ну что, сейчас биг... А, все, прибежал. Вы не забывайте, что мы ж по времени пишем, а то получится, сейчас будем бегать. Да, мы сейчас бегаем, сейчас орем, что-то ржем, и балаган такой, короче, развели, вообще эпик. Да, вообще непорядок. Да. Не царское это дело. Сапогом в щи кидать, да? Фига себе тут бак. Куклы в щи кидать. Куклы в щи. А кукла, между прочим, голенькая и белая. Да, мне, кстати, понравилось. Смотрите, ребята, смотрите, стойте, идите сюда. Смотрите, опа. Все, да? Парни, давайте мочить черного, мы трое, он один, мочим! Идите в задницу. Короче, да. Я в этом не участвую. Эй. Так, я не забыл то, что нам... Хорошо? Нам наверх помочь, да? Упоем от этих идиотов, упоем. Ау! Че, куда? Подожди, пацаны, я вообще играю за старика. Побежали. Ребята, телевизор забыл. Я сяду побухаю здесь. Тут можно побухать. Да, Олег, там, где можно побухать. Смотрите, украли, Нолик. Эй, они бегут сюда. Бегут? Заберите мои вещи. Кто-то стол выкинул из окна. Берем, Женя. Так, я выкину картину, короче. Красавчик Ван Гога, 10 миллионов долларов. Картина, нафиг надо. Стефану. Тем, чтобы черный не пошел, черный не зайдет. Блокируем дверь. А! Бутылку бери, хватай. Короче. Они прибежали. У меня стул есть. Что вообще происходит? Ой. Как мы все здесь оказались? За нами бегут. По лестнице бегут за нами, побежали. Давай, закрывай. Еще один нихер, слушай. Я не понял. Так, этот часто сервер меняется, да? Парни, подождите немножко. Загрузка в обычном колпе. Подгрузка уровня, да, опять? Так, у меня уже все. Ну что же. Господи, ну орем мы, конечно, очень. Да, надо как-то потише, наверное, как-то по очереди. Мне кажется, что люди вообще смотреть это не будут. Не, будут. Написал, это у меня какая-то ошибка выскочила в игре и меня выкинуло. Так, я загрузился вроде бы. Вот мы с Глебом стоим. У меня написал, что чего-то там не хватает, и меня выкинуло. А ты перед это... Не хватает твоей ласки, наверное. Ласки и нежности не хватает. Коляски. Так, надо, значит... как? Текстурки. Текстурки. Надо текстурки загрузить. Присоединяйся через меня.
Текстурки-то, ёпта, блядь. Ты куда, Олег, уходишь, а? Стул забери. А, стул забрать надо? Сервер полон. О, робот прилетел, смотрите. На-на. Босс-вертолёт. Босс-вертолёт? Как этот Карлсон, который летал по крыше тихо. Пошел отсюда. Надо подождать парней, наверное. Ой, бегом. Барракоды проблемы. Так все, я опять присоединяюсь. По нам стреляют, похоже. Я тоже выкинул, поэтому. По-моему, сейчас придется опять там отрезать уровень. Ну ладно, перезапустим. Сейчас чисто ради фана пробежимся. Ой, блядь. Упал. Олег подох. Я случайно, да. И мне теперь пишут, что сервер полон, поэтому... Я сейчас должен, по идее, перезайти через какое-то время. Да. Это какая-то... Присоединиться. Сервер полон. Давай тогда, наверное, заново создавать. Вот, нужно. Я, короче, присоединился к Глебу. Сейчас там. Давай, бегу. Успей, бежим отсюда, бежим. Какого хрена ты разбил? Черт. Походу, попали мы с тобой. Значит, там такая бойня. Глеба, походу, насилуют. Базука, похоже. О, Алекс. Я вижу Алекс. Алекс уже? Да, уже Алекс. Подождите. А, все, присоединяюсь. Ей, походу, черный приглянулся. Ей, походу, я приглянулся. Страдаю. Мы что, други были, что ли? Да, совокупление. Размножаемся по чекованию. Перезапустим сервер. Ну что, ты как любишь, Алекс? Сверху или сзади? Я только начал присоединяться. Сервер, короче, shooting down написано. Это я его просто опустил сейчас за запуск.